Каждый день с Геральтом мы проводим беседы о всяком. Как прошел день, что было на работе, сколько корма он съел, каких птичек с балкона повидал, какие игрушки по квартире гонял. Поболтать он мастер, но вот на камеру порой стесняется, слово из него порой не вытянешь. В таком случае у нас как в стихотворении, мы сидим в тишине. И только где-то за кадром раздается тихое мурчание и осознание радости от того, что хозяин вернулся с работы, можно потереться. Посидеть на коленях или сделать дружеский кусь в порыве эмоций. Иногда он пытается улыбаться. Со стороны выглядит, будто немножко кривляется. Это словно знакомое ощущение из детства, когда ты жевал малину, но проглотил вонючку, пытаешься ее быстрее выплюнуть. Или попытка улыбнуться из Терминатора 2. Выглядит немного неуклюже, но все равно забавно.